не Супермен. Скорее всего, он даже не успевает заниматься спортом. Но будьте уверены, он найдет убийцу и успеет выстрелить первым. В четверг, 22 апреля в 20 часов 30 минут на канале этого центра «Американский детектив» убийство назначено на 7 часов. Телекомпания ТВ-центр и культурный центр имени Соломона Михоэлса в рамках второго московского международного фестиваля искусств имени Соломона Михоэлса, проходящего под патронажем президента России и мэра Москвы, представляют беспрецедентный антифашистский шоу-марафон «В Россию с любовью» с участием звезд США, Израиля, Англии и России. 21 апреля, 19:00, спорткомплекс «Олимпийский».